твой шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. Под ваши аплодисменты Роман Дмитриев. Добрый вечер, всем хорошего настроения. Меня зовут Роман Дмитриев, и сегодня я вам прочитаю шуточные стихи. У меня есть замечательная кошка Мася, и я посвятил ей стих. Подоконник вытираю, а на нем цветы. Кошка разбросала все мои труды. Следующее стихотворение. Я, когда смотрел передачу «Орел и Решка», мне захотелось на море и одновременно на Коста-Рику. Первое стихотворение будет про море. Я вижу волну, слышу шум прибоя, и кофеек в руке держу. С тоской смотрю на берег моря, а в небе птицы пролетают, а я на них гляжу. Мечта. Смотрю я телек про природу, на Коста-Рику всех зовут. Хотел бы там я побывать, но для начала деньжат надо будет собирать. Спасибо.